Доброго времени! Сегодня мы расскажем вам о богине Бастет. Бастет – это древнеегипетская богиня радости, веселья, любви, женской красоты, плодородия, домашнего очага и кошек. Изображали ее в виде кошки или женщины с кошачьей головой. В период ранних династий, еще до одомашивания кошек, ее изображали в виде львицы. Бастет поклонялись не только для того, чтобы увеличить благосостояние, но и для привлечения спокойствия и мира в семью. Ее покровительство также распространяется на женщин. Представительницы прекрасного пола просили ее о продлении молодости, сохранении красоты, а также рождении детей. Богиню плодородия египтяне возвели в ранг общенационального божества. Кошек берегли и защищали во имя могущества всего Египта. Ведь именно от котов в то время зависела сохранность урожая зерна, а значит и дальнейшая судьба египтян. Хозяева даже сбривали брови в память об умершей кошке, а случайно переехавшего кошку в возницу толпа могла насмерть забросать камнями. Мать кошек, так называли богиню Баст. Приглашаем в наш волшебный магазин «Кудеса чудеса» всех почитателей и ценителей древней культуры. Фигурка богини Баст будет заботиться не только о вас, но и о ваших домашних животных.